Если нужно помыть окна в доме пенсионера, принести продукты или отсортировать их для отправки в лагеря для беженцев, то Елена Ивановна спешит на помощь. Вместе со своей командой руководитель «Серебряных волонтеров» недавно приняла участие в ряде экологических акций. За свой труд и добровольческую деятельность они получили награды от Всероссийского общества охраны природы Московской области. Важно отметить, что работали рука об руку с молодым поколением. Если вдруг что-то было тяжелое, они тут же подбегали, там набирали мы целый пакет. Они все, мы это все перенесем, мы все это. То есть, знаете, это прям вот эта работа в таком вот в паре, скажем так, то есть пожилые и молодежь, что это вот, знаете, это вот то, что нужно. Одна из целей акции «Экологический диктант» – формирование знаний о защите природы. И серебряные волонтеры, и молодое поколение приняли участие в этом диктанте и, соответственно, были отмечены поздравительными сертификатами за участие в этом мероприятии. Кроме того, грамотами также наградили участников другой экологической акции, в рамках которой около 600 добровольцев собрались на городском пляже Звенигорода. Цель была одна – очистить от мусора водную гладь, русло и берег Москвы-реки. Эмилия Ракелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».